Знаете ли вы, какая была цель расследования журналистов, погибших в Центральной Африканской Республике? Нет, этого точно не знаю. Ну, что это заказано, это я 100% знаю. Почему? Потому что я был в Чечне, там немало их попропадало. Тут это уже ясно, что кто-то их заказал. Другого тут уже не дано. Это 100%. Раз они вели, что-то они прознали. Ну, я подозреваю, что это... темное очень дело, поэтому... Правда, мы все равно никогда не узнаем. Может быть, когда-нибудь наши дети об этом услышат. Очень жаль. Про погибших журналистов слышал, про цели не знаю. Не знаете абсолютно. Но то, что погибли, я слышала. Это связано с Ходорковским, насколько я понимаю. Он туда их отправил. Больше подробностей никаких не могу сказать. Знаю, погибли трое. Судя по тому, что я читал, они расследовали деятельность чувака Вагнера. Сейчас вышло новое расследование, я его не читал. Я видел только заголовки новостей, и пока еще не читал, вот поработать нам надо, да. Не знаю. Я слышал по телевизору что-то говорили, и, честно, сейчас вытащил из головы. Считал, что там это по этим они Вагнера расследовали. Ну, что-то хотели написать. Я слышал, но конкретно не углублялся в это. Связанное с коммерческой этой военной структурой Вагнера. Я думаю, что о связи государства с военными группами, которые у нас полуофициально, полунеофициально работают в этой республике. Другое дело, что наше государство от этого отказывается. Но это уже, эту политику я не понимаю.